из этого мы сейчас будем делать навес для козочек, чтобы им не была тень. Такие вот дела. Сейчас натянем. Надо палочку еще подобрать специально. В общем, к чему все прикрутить. Вот у нас есть досочки. Смотрю. Чего вы там голосите? Вот это вот хорошая, вторая вот поменьше. Ее сейчас возьмем. Это вот толстая еще на чего-нибудь. Более важное пригодится. Эту сейчас померяем. А, косу успеем еще заснять. Так, что по длине оно подходит? Чуть-чуть не подходит. Ну, пусть свешивается. Главное, чтобы было прикрытие. И от дождя, и от солнышка. Это печет неимоверно. Она отпускается. Теперь нам надо сейчас сюда сразу подготовиться. Так, на меня скатать не надо. Назад. Я сказала назад. Темный какой-то.
Да, Архипа, ну ты-то, блин. Архипу убираю. О, все получилось. Конечно. Ну, они могут у меня это? Ну, они могут прыгнуть, но это ничего не значит. Ё-моё, уйдите, девочки! Типа, ты мне не помогать будешь. А? А не с козами играть. Да, есть. Thank you.
Выводи давай. В общем, мне понравилось. Не знаю, как вам. На мой вкус. Моими силами не знаю. Давай. Давай, давай, давай домой. Она не узнает. Давай, давайте домой. Домой! Какие веточки? Давай! Смотрите! Теперь у вас есть тенек, где можно отдохнуть. Все замечательно. В общем, мы молодцы. И называться из того, что было, то и получили. Все окей будет, надеюсь. Да, Поля? Короче, я довольна. Вообще безумно. Очень все классно получилось. Тут так можно прятаться. Ну, может, и дождик не будет попадать. Хотя не факт, конечно. Но, по крайней мере, от солнца это точно их убережет. Нет, дождик не будет попадать. Идем. А мы идем купаться. О. То есть что такое? Аккуратнее, Архип. Я боржала. Пойду ты купаться в ванне.